В Ненецком округе открылся технариум. Первая встреча клуба прошла в эти выходные на базе регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. По задумке организаторов, технариум должен объединить любителей технического творчества и новых технологий для обсуждения проблем и создания крупных совместных проектов. Ольга Русул с подробностями. Технариум – это клуб для людей, влюбленных в техническое творчество, энтузиастов новых технологий. 3D-проектирование, программирование микроконтроллеров, 3D-печать – здесь каждый найдет единомышленников. Я верю, что будет круто, и хочу, чтобы как можно больше молодых людей, девчонок нашего города, которым это интересно, которым интересны IT-технологии, которым интересны технологии 3D-печати, любые другие, металл, мы всех будем приглашать. Николай Ганиев – один из идейных вдохновителей технариума. Уверен, клуб поможет энтузиастам воплотить в жизнь крупные технические проекты, которые пойдут на благо развития нашего региона. Эксперимент был. Он начался 5 лет назад. Это была мастерская технического творчества «Моторика». В течение этого эксперимента мы нарабатывали, так скажем, вот этот опыт и постепенно приходили к пониманию, нужно это или нет. В итоге поняли, что это нужно. Очень много людей, которые хотят заниматься техническим творчеством. В клубе нет возрастных рамок, нет ограничений, будь ты 14-летний подросток или 70-летний любитель конструирования. Каких-то совсем срочных вопросов, что-то друг другу помочь, что-то спросить. Это у нас есть болталки в социальных сетях, где мы все присутствуем и можем оперативно обменяться мнениями, информацией, вопросами. И это техно-уикенды, такой формат попробуем. То есть это в выходные дни, в непринужденной обстановке, когда у всех есть время собраться, что-то обсудить, придумать новые проекты, пообщаться. По мнению организаторов, деятельность технариума предполагает 3 механизма работы – медиаблок, техно-уикенды и участие в мероприятиях окружного масштаба. Наше сообщество уже на крупных мероприятиях. Попробуем это сделать в рамках Бурандея, некой экспозиции такой интересной. Дальше у нас есть другие крупные мероприятия, где весь город, как говорится, присутствует. Это и День молодежи, и День города. На первом заседании клуба присутствовало 15 человек. Собравшиеся решили проводить такие техно-уикенды регулярно, чтобы обмениваться опытом и обсуждать новые проекты. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».